Вчера мы начали трехдневный марафон, посвященный вопросам связи между страданиями, болями поясницы, спине и состоянием обмена веществ в контексте того, как ведут себя наши или ваши мозговые проблемы. И в одном из роликов мы уже с Татьяной Владимировной Картавенко упоминали о том, что есть теснейшая нейрофизиологическая связь между тем, как ведут себя наши отделы позвоночника, в первую очередь пояснично-крестцовый отдел, и состояние нашей функции мозга, состояние наших мыслительных процессов, возможности нашей обучаемости, возможности нашей памяти. То есть весь тот комплекс, который связан с нашей мозговой деятельностью, с его надежностью, с надежностью мозга, с выносливостью мозга. И сегодня, уважаемые друзья, я вам покажу упражнение, которое нами, Татьяна Владимировна, анонсировалось. Это упражнение, которое называется «Верхняя опора». И как раз таки верхняя опора, она по своим нейрофизиологическим, нейромеханическим свойствам очень тесно связана с тем, как, блокируя боли в области поясницы, как усиливая состояние поясницы, пояснично-крестцового отдела, мы с вами улучшаем качество наших мозговых процессов. С чем это связано? Это связано с элементарной, банальной анатомией. Так мы с вами устроены, что в основе спины у нас лежат широчайшие мышцы спины, которые в грудном отделе и наверху нашей шеи, в буквальном смысле, поддерживают нашу голову, улучшает состояние внутричерепного давления, оптимизирует состояние внутричерепного давления, а соответственно в связи с этим освобождает или усиливает те резервы, которые нам необходимы с точки зрения нашей социальной и биологической деятельности, с нашей мозговой активностью. Итак, упражнение «Верхняя опора». Что мы с вами для этого должны сделать? Вот таким образом мы с вами сжимаем руки, сводим руки. Обязательно посмотрите на свет в том смысле, что не должно быть просвета между пальцами. Крепко их сцепили, вывели на уровень лба. Вот таким вот образом вывели на уровень лба. Глубоко вдохнули. Резко выдохнули. И не дыша в течение 5 секунд, пытаемся опору эту раздвинуть, разорвать. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Не дыша в течение 5 секунд. Выполнили? Замечательно. Обязательно восстановите дыхание и послушайте сейчас свои телодвижения, в лучшем смысле это слово. Обратите внимание, как у вас отреагировала поясница, как у вас отреагировали задние и наружные поверхности бедер. А это очень важно, я объясню вам почему. Это очень важно, и это является важным показателем того, как включилась ваша печень, как включились ваши желчно-выводящие протоки, как в лучшем смысле этого слова забурлила, заурчала ваша желчь, усилилось состояние седалищных нервов. То есть мы раскрепили, убрали защипы, зажимы со стороны поясницы нижнего отдела. И в то же время обратите внимание, как повели себя мышцы трапециевидные, как повели себя те группы мышц, которые поддерживают голову, заднюю, боковую и отчасти переднюю поверхность. Это тоже очень важно с той точки зрения, что мы с вами раскрепощаем шейный отдел, мы улучшаем с вами качество кровоснабжения левой и правой сонных артерий, соответственно, у нас улучшается качество работы щитовидной железы, и по законам анатомии, физиологии у нас улучшается качество работы задних, левой и правой позвоночных, но они задние, или, соответственно, позвоночная, левая и правая позвоночная артерия. То есть, что мы с вами делаем? Мы с вами улучшаем качество кровоснабжения головы. Мы с вами улучшаем качество кровоснабжения мозга. Мы с вами улучшаем качество кровоснабжения и функционального обеспечения 5 органов чувств. А что у нас является 6-м органом чувств? Совершенно верно. Это наша интуиция. А интуиция – это наш старый мозг. Это мозг, который находится у нас вот в основании как бы новой коры. И поэтому именно состояние старого мозга обеспечивает нашу безопасность, обеспечивает нашу интуицию, повышает нашу сенсорность. А наша сенсорность нам крайне необходима. Почему? Потому что наша сенсорность обеспечивает нашу внутреннюю и внешнюю безопасность. Итак,
верхняя опора решает большое количество проблем. Поэтому мы обязательно ждем вас на нашем сегодняшнем втором дне трехдневного марафона, на котором вот сегодня мы еще подробнейшим образом остановимся на одном новом каскаде. Мы вчера сделали один каскад упражнений, который вызвал огромное количество реакций, огромное количество вопросов, на которые мы ответили и указали не только на необходимость тех или иных терапевтических моментов, но и эти пробы, эти каскадные пробы, каскадные упражнения показали диагностическое значение для многих из вас. И сегодня мы продолжим нашу встречу с вами. Продолжим наше упражнение, на котором будем дальше говорить о том, каким образом состояние спины, состояние пояснично-крестцового отдела отражается и на состоянии мыслительных процессов, на состоянии кровоснабжения мозга, купирует огромное количество осложнений, которые бы могли быть, и начиная от вегетососудистой дистонии, метеозависимости, метеочувствительности, заканчивая крайне неприятными вещами, которые связаны именно с состоянием наших мозговых проблем. Это и Альцгеймер, это и Паркинсон. Я уже не говорю о огромном количестве проблем, которые связаны с онкологией мозга. И, конечно, покажем упражнения, которые лишний раз помогут вам разобраться со своими состояниями, помогут вам избежать тех или иных коллизий, которые могут быть в вашей жизни. Появляться. Одним словом, ссылочка на сегодняшнюю встречу с вами находится под этим видео. Обязательно приходите и сделав верхнюю пробу, обязательно напишите сегодня в своих отзывах. А когда придете, просто расскажите нам в чатах, расскажите нам, как правильно сказать, Татьяна Ильина, я вот путаюсь всегда с этими вашими айтишными терминами. В телеграм-канале. Вот, подробно рассказать, и мы прокомментируем на вебинаре сегодня обязательно реакции. И что немаловажно, мы сегодня коснемся темы, как обеспечить свободу энергии мозга. Как обеспечить свободу своим идеям, мечтам, надеждам. И покажем вам, уважаемые друзья, как начала плодотворно работать наша широко ангажированная программа, широко заявленная годовая программа. Уже сегодня мы вам покажем, как наши коллеги во всех смыслах этого слова получают огромное достижение, получают документы официальные, которые лишний раз указывают на то, что верной дорогой идете, товарищи. Поэтому не пропускайте этой возможности. И что интересно, задачу ставили на год, за год ее решить. А получается, что решили за 3 недели. Правильно. Лучшее отношение к организации труда, как говорил великий Ленин, решает многие проблемы. 5-летку за 3 года, а 1 год за 3 месяца. Вот за 3 недели. За 3 недели. Мы сами в шоке. Все расскажем и покажем. Приходите. Пока. До вечера.